Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами будем говорить об анимациях в мэпах. Мы с вами уже проходили, как построить графики функций. Сейчас посмотрим, как сделать анимацию в мэпах. Для этого мы должны сначала открыть пакеты, чтобы у нас работали все команды, именно пакета. Вот мы открыли. Для создания анимации используется команда Animate. Сначала мы будем написать команду Animate, потом именно для построения графика функции команду Plot, и будем задавать именно функцию и параметры. Нажимаем на Enter, и у нас появляется график функции. Для просмотра анимации мы должны сначала нажать на график, и наверху у нас открывается именно активным станет меню Animation, и можем нажать на Start или же Play и посмотреть анимацию. Для построения графиков трехмерной функции тоже используется именно команда Animate. Потом будем писать именно команду Plot3D и зададим функцию и параметры. И нажимаем на Enter. Вот у нас появился график функции. Сейчас посмотрим анимацию. Вот у нас анимация сколько. И мы здесь указали именно и от 1 до 30. Давайте посмотрим следующую функцию. Значит, мы здесь использовали команду Animate3D. И задали функцию. Вот у нас появился график функций, и можем здесь увидеть анимацию. Посмотрите, здесь у нас фрейм 8. Если мы хотим, чтобы фрейм был у нас, например, 20, для этого мы сюда добавим фрейм равно 20. Давайте посмотрим. Вот мы это изменили до 20. Значит, для построения графиков функции используется Plot3D, а для анимации используется, вот здесь можем посмотреть, именно в библиотеке или же в пакетах, команда Animate и Animate3D. Вот мы использовали именно команду Animate и Animate3D. Дома вы сами посмотрите и построите график функций и анимацию тоже. Спасибо за внимание!